Здравствуйте, дорогие гости и участницы нашего совместного проекта «Райский сад». В данном совместном проекте мы вышиваем дизайны с цветами, птицами и бабочками. И за июнь месяц у нас, конечно же, много отчетов, есть финиши, есть оформленные работы, есть и новые процессы, новые старты постоянно у нас появляются. Несмотря на то, что сейчас лето, период отпусков, наши процессы потихоньку вышиваются. Да, конечно, летом всегда есть небольшой спад вышивки, но это нормально, хочется отдыхать, хочется наслаждаться природой, но тем не менее у нас очень много хороших результатов, и я приглашаю вас к просмотру. Итак, переходим к отчетам, и первый отчет у нас с Мариной Черной. Марина нам представляет полностью завершенную работу, финиш, ура, поздравляем. Это авторская схема Натальи Черепановой «Маги». Размер работы 180 на 180 крестиков, использовала 43 цвета ДМС. Работа готова, ждет оформления. Я так понимаю, что скоро нам Марина покажет и оформленную работу. Работа получилась очень-очень красивая, и самое главное, получилось точно так же, как было заявлено на картинке. Нет никаких отличий по цветам. Это очень-очень важно, большой плюс, что мы получаем ту работу, которую нам заявляет дизайнер. Поздравляем с прекрасным результатом. Но на этом Марина не останавливается, продолжает участие с новой работой. Опять же, авторская схема уже от Анны Кузнецовой. Это дизайн называется «Тигруля». Прекрасный котик в прекрасных цветочках. Размер работы 105 на 123 крестика. Основа здесь линда 27-го каунта белого цвета. Ниточки здесь ДМС. Всего 27 цветов. Ну и вот такое начало первой крестики. У Юлии Дубинкиной также случился финиш, не просто финиш, а сразу и оформленная работа. Я наблюдала за отшивом этой работы ВКонтакте, как-то быстро так все вышилось у Юлии, и сразу она оформила. Результат прекрасный, оформление замечательное, поздравляем с готовой работой. Я напомню, что это дизайн у нас от чудесной иглы, называется «Лебединая пара», размер работы 30 на 21 сантиметр, всего здесь участвовало 22 цвета. И вот такая красивая работа получилась, еще раз поздравляем. Также Юля продолжает участие с новым набором. Это опять же чудесная игла, называется «Семейное гнездышко». Размер работы 19 на 25 сантиметров. И участвует здесь 39 цветов. Вот такое начало у Юли уже есть. В этой работе участвуют, насколько помню, все виды стежков. И я думаю, что этот дизайн абсолютный рекордсмен в нашем СП. Он всем нравится, действительно очень нежный, прекрасная разработка. Желаем шустрой иголочки. Еще одна завершенная работа уже от Кристины Внуковой. Это дизайнерская схема от Надежды Маштаковой. Называется «Остров Пасхи». Размер работы 148 на 87 крестиков. Вышивалась работа на линде 27-го каунта от Гамма ниточками ДМС. Здесь по техникам участвовали крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. Чистых 27 цветов и 9 блендов. И вот такая красота получилась. Замечательная работа, очень атмосферная. Поздравляем! Также Кристина хорошо поработала над еще одной работой. Прямо здесь такой прорыв случился. Это авторская схема от Любви Воденниковой. Размер работы 60 на 20 сантиметров. Называется эта разработка «Книжная полка». Вышивает Кристина на австрийской равномерке томин 25-го каунта через две нити переплетения. Пишет нам, что красила сама эту основу в розовый цвет. Размер работы 299 на 99 крестиков, вышивается ниточками СХС. По техникам у нас крест, полукрест, бэкстич, французские узелки, бисер и также есть 3 четвертых креста. Всего здесь у нас 72 цвета, 3 бисера, есть бленды,
которые нам не посчитала Кристина. Наверное, их там много. Ну, в общем, такая непростая разработка, и получается очень-очень красиво, атмосферно, прекрасная работа. Ждем продвижений. И еще одна готовая работа с пылу с жару, тоже от Кристины Внуковой. Это авторская схема Евгении Тумаковой «Гортензия». Размер в стежках 90 на 98. Канва здесь неизвестного происхождения 14 аккаунта, но покрашенная вручную в фиолетовые малиновые оттенки. Получилось очень красиво. Ниточки здесь СХС по техникам крест и бэкстич. Всего 15 цветов чистых и также есть 6 блендов. Быстро вышилась эта красота. Поздравляем с прекрасным итогом. Переходим к отчетам Элизы Левиевой. Во-первых, Элиза отчитывается по набору фирмы Nitex. Это вот такие прекрасные яркие попугаи. Размер работы будет 37 на 27 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта белого цвета. Ниточки здесь ПНК 22 цвета. Будет полная зашивка. И пишет нам Элиза, что в этом месяце прибавилось 2100 крестиков. Прекрасно. Подросли попугайчики, очень яркая работа, я за нее держу кулачки. Вторая работа Элизы — это коллекция от Letty Stitch номер 980. Размер работы здесь будет 58 на 51 сантиметр. Достаточно такая большая работа, причем вышивается на Аиде 16 аккаунта. Используется здесь 54 цвета ниточек, насколько я помню, Анкор вкладывает у нас фирма Letty Stitch. Вышивка идет крестом в 2 ниточки, также есть полукрест в 3 ниточки и присутствует один бленд и есть также бэкстич. За этот месяц прибавилось 5400 крестиков, вот так подросла работа. Работа, конечно, большая, здесь много вышивки, интересно, как она будет отшиваться, насколько хорошо проработана схема. Но я думаю, что за подробностями вы можете зайти на канал к Элизе и посмотреть все ее процессы и по этому процессу тоже получить больше информации. Перед вами отчет Елизаветы Хлюстовой. Елизавета вышивает у нас набор фирмы Dimensions, японский сад. Вышивается на Аиде 16 аккаунта светло-голубого цвета. Используется 40 чистых цветов и 7 блендов. Это смешанная техника. Размер работы 46 на 35 сантиметров. Пишет нам Елизавета. Понемногу продвигается. Пока только раз в неделю уделяю внимание этой работе. Буду участвовать также в новой игре. Надеюсь, что работа будет продвигаться побыстрее. Но на самом деле осталось здесь немного, работа уже хорошо продвинулась, хорошо вышилась, поэтому я думаю, что до конца нашего СП все обязательно получится. Встречайте финиш от Марины Денисовой. Это набор фирмы Panna, цапля, размер работы 25 на 29 сантиметров, всего здесь 23 цвета. Пишет нам Марина: ну вот и готова моя цапелька, в июле пойдем с дочкой ее оформлять. Кстати, прочитала в интернете, что цапля в Китае является символом семейного счастья, материального достатка, здоровья и долголетия, так что вышивайте, девочки, этих красавиц. Действительно, цапелька получилась очень красивая, работа замечательная, ждем оформленную работу и поздравляем. Александра Боус отчитывается по двум работам. Во-первых, это «Солнечные мечты» от фирмы Алиса. Здесь у нас используется мулине гамма 32 цвета. Вышивка идет на Аиде 14 аккаунта. Размер работы будет 30 на 40 сантиметров. В июне месяце прибавилось 4476 крестиков. Пишет нам Александра, что это не работа, а сплошное удовольствие. Так хорошо идет. Ну что ж, будем ждать продвижений. Вторая работа Александры – это аромат сирени от чудесной иглы. Размер работы будет 40 на 37 сантиметров. Вышивается ниточками гамма 41 цвет. Вышивается на Аиде 14 аккаунта белого цвета. Но пишет нам Александра, что заменила ее на Монику 28 аккаунта. И в этот раз, в этом месяце, вышилось у Александры 5000 крестиков. Пишет, что идет все отлично и надеется, что и на цветочках также будет все вышиваться хорошо.
Что ж, отличные результаты за месяц июнь. Желаем, чтобы и июль тоже выдался рукодельным. Отчет от Ольги Водолазкиной. Интересная работа, новинка от Летисвич и очень красивые фотографии. Итак, «В стране грез», так называется этот набор, артикуль 959. Используется здесь 52 цвета мулине анкор, вышивается на аэде 16 аккаунта. Пишет нам Ольга, что здесь сложность четверочка из 5, значит, достаточно сложный процесс. Вышивается крестом в две нити, есть один блед, немного бэкстича. Размер работы будет 44 на 29 сантиметров. И вот так выглядит первый отчет за месяц, то, что вышилось. Получается очень красиво, очень бархатно. Дизайн действительно интересный, будем ждать продвижений. Людмила Ткаченко представляет нам финиш, полностью готовую работу. Это знаменитая корзина с розами от фирмы Лука-С. Вышивка на иде 18 аккаунта. Размер работы 42 на 34 сантиметра. Всего в работе 72 тысячи крестиков вышито, и пишет нам Людмила. Хочу поделиться своей радостью. 23 июня я завершила свои чудесные розы в корзине. Набор от фирмы Лука-С. Ниточки здесь анкор. Размер работы 42 на 33 сантиметра. Вышивала по программе. Юля, большое спасибо за чудесный спе. Работы все замечательные. Цветы, птички. Это прекрасно. Ну а больше информации можно увидеть на канале у Люды Т. Заходите и смотрите на эту красоту. Наталья Аксенова вышивает дизайн фирмы Dimensions, но в сборке от магазина «Клубок желаний» «Сладкий нектар». Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вышивается на иде 18 аккаунта. Используется здесь 43 чистых цвета, 13 блендов, крест, полукрест, бэкстич. Пишет нам Наталья, что уже появилась главная героиня сюжета. Работа вышивается очень легко, но, к сожалению, не получается уделить ей много времени. Ничего, главное, продвигается работа, мы следим за ее отшивом, прекрасно все получается. Отчет Татьяны Буркицы. Татьяна вышивает дизайн фирмы Dimension, сумеречный мост, но по набору Ами Шоп. И пишет нам Татьяна. Юля, хочу поделиться своим отчетом за июнь. Вышила четвертый лист и начала пятый. Продолжаю вышивать клумбы и продолжаю вышивать извилистую дорожку к домику. Ну что ж, работа очень хорошо подросла, получается красиво. Такие продвижения масштабные. Я думаю, что к концу нашего СП обязательно получится готовая работа. Получается очень красиво. Желаем шустрой иголочки. Также Татьяна продолжает участие с еще одной работой. Это у нас набор фирмы «Жар птица». Здесь канва 14 аккаунта светло-голубого цвета. Используются ниточки ПНК 23 цвета, 7 блендов. Вышивается в технике крест, полукрест, есть бэкстич. Размер работы должен получиться 22 на 18 сантиметров. Вот такая птичка на баночке с вареньем. Просто замечательные дизайны у жар-птицы. Пишет нам Татьяна, что успела вышить нижнюю часть работы. Цвета ПНК радуют своими переходами. Процесс супер легкий, настоящая отдыхалочка. Что желаем, чтобы все быстренько вышивалось. Отчет Светланы с ником Кошка Мышкина. Светлана вышивает набор фирмы Ланарты, корзина с цветами. Размер работы будет 29 на 32 сантиметра. Вышивается на линии 27 аккаунта. Используется 40 цветов, техники крест в две нити, крест в одну нить. Есть бэкстич, французские узелки. Пишет нам Светлана, лето оно такое. Совсем небольшие продвижения, но все-таки они есть. Всем легких крестиков и отличного летнего настроения. Мы видим по фотографиям, как хорошо вы проводите время летом. Что ж, это самое главное, получить удовольствие от природы, а вышивка вышьется. Итак, переходим к отчетам Татьяны Торовой. У Татьяны целых три процесса. Во-первых, Таня добавила бабочку от фирмы Dimensions. Вышивает своим подбором вот такую замечательную бабочку, и есть уже первое начало.
Еще Татьяна добавила набор фирмы Лукаэс «Красавица под апельсиновым деревом». Вышивается на аиде 18 каунта от Swigert. Ниточки здесь анкор 48 цветов, без блендов, просто крестом в две нити. Но работа большая будет по объемам. Вот такое начало, замечательные процессы. А также Татьяна активно продвигает свою Матильду в розовом саду. Это схема Химеры. Большая работа, 250 на 317 крестиков. Вышивается ниточками СХС. Канва здесь равномерного переплетения 25-го каунта Колмар. Гобеленовым стежком вышивается через одну нить. И вот столько много уже вышито. Видно, что Татьяна вышивает по цветам, но очень-очень быстренько растет процесс, получается красиво. Ждем, конечно же, продвижения. Очень-очень интересная разработка. Итак, переходим к отчетам Елены Классен. Во-первых, у Елены случился финиш. Это белые розы по набору фирмы Алиса. Размер работы 222 на 150 крестиков. Размер в сантиметрах 40 на 27. Количество цветов 35 и 17 блендов из них. Техника крест в одну и в две нити. Полукрест в одну, в две и три нити. И вот что нам пишет Елена. Итак, у меня четвертый финиш в СП «Райский сад». Помарафонила я с этой работой знатно. Итог меня радует. Что могу сказать по процессу? Схема несложна, вышивается легко, но этот процесс для тех, кто не любит бленды. И я была одной из них. Здесь огромное количество крестов, где нижний стежок выполняется одним цветом, а верхний закрывается другим. Так что, когда попадались просто бленды, я им радовалась как родным. Теперь я обожаю бленды. Вот так, девочки, все познается в сравнении. Но работа великолепная, потрясающая. Поздравляем с прекрасным итогом. Еще один финиш у Елены – это прекрасные клубнички, набор фирмы Алиса. Размер готовой работы 27 на 19 сантиметров. Всего в работе использовалось 32 цвета мулине фирмы Гамма и 10 блендов из них. Основу Елена заменила на Бритни Лугана 28-го каунта голубого цвета от Swigert. И вот такая красота получилась, как цвет основы и структура меняют восприятие работы. Просто великолепная замена. Поздравляем с прекраснейшим итогом. Дальше Елена продолжает участие с своими процессами, очень масштабными. Это, во-первых, набор фирмы Риолис у Фонтана. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Основа здесь Аида 14 аккаунта от Swigert. По техникам крест в 2 нити и в 3 нити, полукрест в 1, в 2 и 3 нити. Также есть бэксич 4 цвета и вышивка лентами 4 цвета. Мулине здесь анкор 30 чистых цветов и 8 блендов из них. Ну, такая масштабная, очень хорошая, красивая работа от фирмы Риолис. Пишет нам Елена, что очередная норма была выполнена, все идет по плану. Итого на сегодня отшито 65% работы. Прекрасный итог, работа растет, очень все красиво получается. Такими огромными шагами шагает Елена к завершению своих прекрасных дизайнов. Третья работа – это утренняя песня по буклету от фирмы Dimensions. Размер работы 114 на 240 крестиков. В процессе участвуют 26 цветов ниточек фирмы Encore. По техникам крест, полукрест, бэксич, французские узелки. Пишет нам Елена. 50% работы готово. Как я рада. Итого у меня июнь неплохим месяцем оказался. В рамках СП «Райский сад» у меня в июне 2 финиша и 3 процесса продвинулись очень-очень хорошо. Ура, ура, ура. Ну и еще один процесс, который также прекрасно продвинулся и продвигается уже к финишу. Это красная смородина от фирмы «Лукаэс». По акварели Елены Базановой. Размер готовой работы будет 49,5 на 22,5 сантиметров. Вышивка в технике счетный крест, две ниточки ниточками анкор. Всего используется 38 цветов. Итого нам пишет Елена, что за месяц вышила 5005 крестиков, работа отшита на 88%. Прекрасный итог, скоро-скоро уже финиш, держим кулачки, Елена, и ждем твоей работы. После перерыва к нам возвращается Ольга Таршина. И Ольга продолжает вышивать
набор фирмы Joy Sunday, птицы и ягоды. Это копия набора фирмы Алиса, синички и черешня. Вышивается эта работа на 14 каунте с нанесенным рисунком. И размер работы будет 41 на 33 сантиметров. Работа движется к завершению. Осталось уже совсем-совсем чуть-чуть. И предусмотрительно Ольга добавляет еще один наборчик. Это пестрые анютки. Набор фирмы Риолис. Вышивка шерстью. Здесь у нас крест, полукрест. Также есть другие стежки, всего 17 цветов используются, и размер работы будет 20 на 20 сантиметров. Вот такая вот красота. Оксана Кузнецова отчитывается по набору фирмы «Чудесная игла», «Уютный уголок». Вышивается эта работа на Аиде, но Оксана заменила на Линду 27 каунта и пишет: картиночка маленькая, но тем не менее в работе используется 39 цветов, 4 бленда, крест, полукрест, бэкстич. Вышиваю по бумажной схеме, и на данный момент вышито около 25% работы. Прекрасно смотрится на равномерной основе, дизайн очень милый, симпатичный, ждем продвижений. Виктория Румянцева отчитывается, во-первых, по набору фирмы Риолис 1696 «Гортензия». Размер работы 35 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта от Свайгард ниточками Булине Анкор. Всего 26 цветов. Техника: крест в одну, в две и три нити, полукрест в две и три нити. И вот такая красота получается. Работа подросла, осталось совсем чуть-чуть, и будет уже финиш. Очень быстро вышивает у нас Виктория. Еще одна работа от Виктории — это Long Dog Samplers Z Token. Новый дизайн, который Виктория добавила в июне месяце. И вот на сегодня вот такие уже хорошие продвижения. Вышивает Виктория на Аиде 14 аккаунта белого цвета ниточками ПНК Кирова. Всего два цвета. Старт был 10 июня. Пишет нам Виктория, что очень нравится схема этой фирмы, но не была уверена, смогу ли вышивать монохром. Вышивается очень легко и просто. Понравилась работа, и с каждым элементом нравится все больше и больше. Вот такая красота получилось, уже практически скорый финиш, видно, что действительно работа захватывающая. Анна Кокорина вышивает набор фирмы «Золотое руно» павлины. Размер работы 41,9 на 38 сантиметров. Используется здесь 37 цветов ниточек Мадера. И пишет нам Анна: в этом месяце прогресс побольше, но второй лист закончить не успела. Крестики все вышила, а полукрестики нет. Крестики вышиваются мне быстрее, полукрестики чуть медленнее. А так процесс радует и результат нравится. Вот такие вот интересные впечатления. Работа прекрасная, пусть все сложится. Анна Маркина, спонсор нашего СП, вышивает очень интересный сэмплер. Это репродукция старинной вышивки, которую вышивала Маргарет Анн в 1830 году. Размер работы будет 253 на 229 крестиков. Количество цветов, участвующих в процессе, 21. Это ниточки ДМС. И вышивает Анна на льне 28 каунта. Цвет летней хаки. Пишет нам, что в этом месяце хорошо потрудилась и вышила нижний бордюр из роз. Также вышила сатиновым стежком рамку для надписи сэмплера. Вот такая вот красота получается. Больше информации на канале у Анны. Отчет Ангелины Орловой. Ангелина, во-первых, отчитывается по набору фирмы РТО. Вот такой прекрасный натюрморт. Пишет нам Ангелина, что в этом месяце прибавилось 574 крестика. Теперь на работе красуются почти 3 нарцисса. Вышивать было непросто, но интересно. Теперь буду продвигаться в левую часть работы. Напомню, что в этом дизайне Ангелина заменила Аиду на Мурана 32 аккаунта, цвет серебристая луна. Очень красивое сочетание, хорошо подходит. И вторая работа — это набор фирмы Риолис, знаменитые майки. Прекрасная масштабная работа.
В этой работе используется также бисер, и размер ее будет 70 на 30 сантиметров. Пишет нам Ангелина, что в этом месяце прибавила 646 крестиков. Еще маленький кусочек нужно вышить с правой стороны мака, и первый цветок будет готов. Скоро приступлю ко второму маку. Не ожидала, что работа так полетит, потому что масштабы впечатляют, но процесс до такой степени легкий, что стал отдыхалочкой. Металлик и бисер – изюминка данного процесса. Конечно, помимо цветовой гаммы, вышивать летом такой сюжет – просто удовольствие. И еще одна работа Ангелины – это восточное великолепие от фирмы Dimensions. В этом месяце прибавилось 511 крестиков, прибавилось много сирени и бисера на ней. Также есть и зелень. Еще чуть-чуть и первый лист завершу. Очень красивый и интересный процесс. Очень его люблю. Что, желаем шустрой иголочки. Илона, канал Хвостатики, вышивает замечательный дизайн фирмы Буцила. Пишет нам, что в июне месяце повышивала бэкстич. Также немножко продвинулся второй сюжет, но пока там нет бэкстича. Дальше продолжает работать над этим процессом. Подробности можно посмотреть на канале у Илоны. Очень красивый дизайн. Ждем продвижения. И похвастушка от Илоны. У Илоны оформилась работа, которую она вышивала в нашем совместном проекте. Это набор фирмы «Золотое руно» «Яблоня в цвету». Прекрасный дизайн, прекрасные птички. Поздравляем с оформлением. Марина Лакиза вышивает набор фирмы «Панна» в бразильском лесу. Вышивается на аиде 14 аккаунта зеленого цвета. Всего здесь 50 цветов ниточек гамма. Пишет нам Марина, что в июне месяце еще меньше было вышито, чем в прошлом. Но тем не менее работа продвигается. Это самое главное. Летом у нас падает наша скорость, продуктивность. Главное по чуть-чуть вышивать. Дизайн замечательный. Обязательно все получится. Переходим к отчету Татьяны Шевченко. Татьяна добавила новый набор в наш СП. Это чудесная игла и июльский букетик. Размер 20 на 23 сантиметров. Вышивается на аиде 14 аккаунта. Но в данном случае Татьяна заменила на Белфаст 32 аккаунта. И всего используется 24 цвета. И как мы видим, Татьяна уже вышила этот дизайн. Получилось очень ярко, сочно. Особенно вот такие фотографии с ягодками. Очень аппетитно все получилось. Поздравляем! Также Татьяна продолжает участие с набором фирмы Letty Stitch. Здесь у нас работа побольше, 43 на 30 сантиметров. Вышивается ниточками анкор, всего 58 цветов. Вот такая масштабная работа. Подрос дизайн, очень хорошее продвижение в этом месяце. Красивые сочные фотографии. В общем, красота. Ждем новых отчетов. Отчет Марины Филипповой. И пишет нам Марина. Риолис 14-25, нежный цветок, 13 цветов, вышивка шерстью. 10-ю аиду заменила на аиду 11-го аккаунта. Размер работы 165 на 65 крестиков, в сантиметрах 40 на 15. Цветок готов, не сделан только бэк, его буду делать только после зашивки фона белыми нитками. Сейчас зашивается полукрестом в 5 нитей, самое простое, но и самое скучное фон. Так как вышивается на даче, уже немного испачкалась работа. Тем более, надо скорее зашивать фон и делать валик. Вторая работа от Марины – это макаш. И пишет Марина. Макаш – богиня в славянской мифологии, единственное женское божество, идол которого стоял на воздвигнутом князем Владимиром на Киевском капище наравне с идолами других богов. При их перечислении в повести временных лет макар замыкает список, начинающийся с перуна. Ее образ связывают с предением и ткачеством, а также с судьбой и ремеслами. Параскеву называли бабьей святой. Она, как считалось, покровительствовала матерям и незамужним девушкам. Размер работы будет 200 на 125 крестиков. Вышивка рушника размером 2,2 на 0,32 метра. Изнанку приходится делать супер идеальной. Вот такая красота.
Отчет Полины Синицыной. И, во-первых, Полина отчитывается по набору фирмы «Панна» в бразильском листу и пишет нам. Маленький отчетик, немного навышивала в этом месяце, на этом сюжете. Очень непросто казался из-за полукреста похожих оттенков. Работа вышивается очень медленно, в том числе потому, что по бумажной схеме. Буду менять стратегию вышивки и сделаю разметку, а то скорость очень упала. Всего около 800 крестиков навышивалось, учитывая полукрест. Ну ничего, бывают такие моменты, когда нужно преодолеть, но работа подрастает, это главное. Вторая работа Полины. В этом месяце Полина добавляет новый дизайн. Это тукан по авторской схеме Жанны Дик. Пишет нам, что очень хочет его вышить в нашей компании. Вышиваться будет он крестом и полукрестом. Работа должна получиться 28 на 38, если вышиваться будет на 14 каунте. И Полина взяла у нас Аиду. Взяла равномерную основу от фирмы Гамма 28 каунта. Пишет нам, что пока вышито около 2000 крестиков. Фон вышивается полукрестом, а сам тукан вышивается крестом в две ниточки. Ну вот такая красивая картинка должна получиться. Встречайте финиш от Жанны Офицеровой. Жанна вышивала набор фирмы Dimensions, это коралловые пионы. Очень спешила, очень старалась, большая продуктивность была у Жанны. И вот, как вы видите, все получилось. Прекрасная работа, фотография шикарная. Как раз Жанна успела сфотографировать с пионами, какой пышный куст. В общем, все очень удачно. Мои поздравления. Но на этом Жанна не останавливается, продолжает участие с очень интересным набором от фирмы Мэрэшка. Она спит. Прекрасная разработка, новинка. Вышивается на Аиде 16 каунта голубого цвета. Размер должен получиться 28 на 28 сантиметров. Ниточки здесь ДМС 40 цветов. Продвижение за 8 дней 5412 крестиков. Очень хорошая скорость. Пишет Жанна, что все нравится в данном процессе и данном наборе. И будет присматриваться также к этой фирме. Еще к их разработкам. Бэк сейчас здесь немного, и то, что получается, Жанне очень-очень нравится. Что ж, будем следить за отшивом. И еще один процесс, который добавляет Жанна, это фирма «Золотое руно». Вот такие прекрасные маки. Здесь 56% вышито. Вышивается крестиком в одну ниточку. Размер работы должен получиться 26 на 36 сантиметров. Используется 37 цветов Мадера. Вот так выглядит работа. Наверное, чуть-чуть она засвеченная. В жизни будет поярче. И пишет нам, что продвижение за один день у Жанны 1425 крестиков. Вот такая огромная скорость у Жанны. Пишет, что мало было времени, поэтому вот только один день получилось уделить этой работе. Что ж, процесс интересный, будем ждать развития. Отчет Екатерины Осташкиной. Екатерина вышивает набор фирмы Ланарте, скворечник. Пишет нам, что в этом месяце достраивался скворечник, вышиты все розочки, птички на местах, остались листочки. В июле будет финиш точно. Но я думаю, что обязательно будет финиш, потому что осталось действительно очень-очень мало. Я вышивала эту работу, она прекрасная. Ждем финиш. Желаем удачи. Переходим к отчету Натальи Тан. Наталья, во-первых, отчитывается по набору от фирмы Ланарте, точнее, это китайская версия по дизайну фирмы Ланарте, но здесь Наталья заменила основу на линду от Свайгард. Ниточки здесь ДМС, размер работы 35 на 35 сантиметров. Пишет нам, что хотела побольше повышивать эту работу, но получилось, что получилось. Нормальное продвижение, красиво получается, удачный подбор основы, дизайн очень-очень красивый.
И второй дизайн от Натальи. Это полевое чудо от Марии Искусницы. Размер работы 25 на 35 сантиметров. Вышивается на льне 25 каунта. Пишет нам Наталья, что продвижения за июнь небольшие. Июнь получился невышивальный, но уделила внимание всем своим двум процессам. И вот мы видим результат. Главное, продвигаются работы. Сейчас лето, период отпусков, все понятно. Мы все равно все успеем. Отчет Юлии Зверевой. Юля вышивает тюльпаны, малиновое сияние от Алисы. Пишет нам, что отчет за июнь скромный, получилось 50%, ну что ж, неплохо. Пишет нам Юля, что в процессе все нравится, и цвета, и основа, и результат, но по-прежнему мало времени, к тому же лето за окном. А лето у нас, конечно же, в приоритете, поэтому я желаю хороших отпускных дней, а работа вышится. Итак, отчет Ирины Силаевой. Во-первых, у Ирины хорошо продвигается павлины голуби, это фирма Анкор, но вышивается подбором, ниточками ДМС. Работа очень хорошо подросла, движется к завершению, осталось совсем чуть-чуть. Во-вторых, отчитывается Ирина по лонгдогу. Здесь тоже хорошо продвинулась работа, вышивается на ID 18 аккаунта, Ирина сама ее красила. Дальше небольшие продвижения есть по РТО, рыжие проказники. И также Ирина начала небольшой наборчик фирмы Риоли с города Кошки Лето. Там тоже птички, всякие цветочки. Завершила маршрутку от Панны, доделала бэкстич. Ну и еще один маленький наборчик от Риоли с маленький олень. Вот такие вот замечательные итоги за июнь месяц. Отчет Оксаны Яковенко. Пишет нам Оксана. Добрый день. Спешу поделиться результатом за этот месяц. В июне моя райская птица наконец обрела второе радужное крыло. Вышивалась посложнее, чем предыдущая, так как на этом участке много разных значков в одну и две нитки. Но интересно, в июле хочу выполнить бэкстич металликом и переместиться вниз к хвосту птицы. Удачи всем участницам СП в следующем месяце и хороших продвижений в работах. Галина Агеева представляет нам готовую работу. Замечательный финиш. Это дизайн фирмы Пасио Рикама. Прекрасная девушка. Вышивалась эта красавица на Мурано Лугано. Основа не по ключу. Также часть металлика от Rainbow Gallery заменила Галина на креник. И всего здесь было 38 цветов ниточек ДМС, 6 цветов металлика и также бисер. Подробнее можно посмотреть на канале у Галины. Здесь мы видим вот такая шикарная фотография. Конечно, много было красного, я помню. Не просто дался этот участок Галине, но все преодолела и вот такую работу нам представила. Поздравляем с прекрасным финишем. Также Галина продолжает участие с еще одним очень интересным дизайном, раритетом. Это набор фирмы Dimensions, оригинальный набор, раритетный Universal Unity, всеобщее единство. Вышивается на AIDI 16 аккаунта, использует здесь 48 цветов мулине плюс бленды. Ну и Галина, так как очень любит животных, не могла пройти мимо этого дизайна. И у Галины вышло видео с летними стартами, где она показывает и этот набор, и еще раритеты от Dimensions. Очень интересное, не пропустите. Отчет Елены Сметаниной. Во-первых, Елена отчитывается по набору фирмы Панна. Прекрасная девушка. Это дизайн изумруд. Разработка по картине Альфонса Мухи. Здесь у нас используется 59 цветов, 29 блендов. Вышивается на 16 каунте. И вот такие вот продвижения. Несмотря на то, что сложная работа, у Елены она идет очень так ровненько и хорошо продвигается. Второй дизайн, который вышивает Елена, это оригинальный набор фирмы Dimensions. Здесь у нас принтованная основа, 14 каунт. И вот такие вот первые продвижения. Ниточки очень красивые, дизайн замечательный летний. Желаем шустрой иголочки.
Надежда Дубинских отчитывается по оригинальному набору фирмы Dimensions «Японский сад». Размер работы будет 40 на 30 сантиметров. Пишет нам, что июнь месяц стал месяцем отдыха, поэтому вышивала мало. Всего 1400 крестиков приросло. И прогресс на 1 июля составляет 64%. Что ж, нормальный прогресс для лета, все нормально. У нас есть время, все у нас вышится, мы все успеем. Елена Канева представляет отчет по набору фирмы Буцила Санни номер 46471. Вот такой прогресс произошел у Елены в этом месяце. Осталось вышить совсем чуть-чуть, заполнить какие-то пропуски, и картина будет завершена. Прекрасный результат, разработка великолепная. Редкий набор, его редко вышивают, поэтому мы с удовольствием наблюдаем за ростом этой картины. И размер работы должен получиться 28 на 35,5 сантиметров. Светлана Романова отчитывается по дизайну фирмы Stony Creek. Исходную схему Светлана уменьшила, изменила и доработала. И размер работы будет 72 на 58 сантиметров. Вышивает Светлана на Аиде Цвайгард 14 аккаунта, ниточки здесь ДМС. В этом месяце пишет, что небольшие были результаты, но как получается. Ну что ж, нормально получается. Посмотрите, сколько много вышито на самом деле из дизайна. Он очень большой, огромный, 72 на 58, и работа продвигается, вышивается. Очень интересная работа, столько птичек, столько цветов будет, красота. Светлана Непомнящая присылает нам отчет по набору фирмы «Золотое руно». Свежесть. Размер работы будет 31,3 на 38,3 сантиметра. Здесь у нас используется 47 цветов ниточек Мадера. Вышивка на Аиде 16 аккаунта. Это Цвайгард. Вот так выглядит на сегодня процесс отшив. Очень хорошо продвинулась работа, движется к финишу, ну, конечно же, в сопровождении помощников. Светлана также добавляет вторую работу. Это у нас набор фирмы Риолис. Небольшой дизайн, вышивается на Аиде 14 аккаунта. Здесь у нас используются ниточки шерсть, всего 24 цвета. И есть Molinen Core 8 цветов. Вот такая вот смешанная техника. Красивый, уютный подоконник. Небольшой старт, потому что лето, отпуска. Но тем не менее, процесс уже начался. Ольга Важенина отчитывается по оригинальному набору фирмы Fujika Rosa Galitsa. Вышивается на Аиде 16 аккаунта, светло-кремового цвета. Всего здесь 30 цветов Molinen Cosmo, цветная схема А3, игла 24 номера и размер работы 30 на 40 сантиметров. Прибавилось в этом месяце 2 листочка. Работа подрастает, розочка расцветает. Ждем продолжение. И второй процесс от Ольги. Это набор фирмы Lanarte. Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается он на равномерной основе 27 аккаунта бледно-зеленого цвета с рисунком. Всего 56 цветов Molinen. Вышивка крестом в 2 и в 1 нить. Вот такой интересный дизайн. Небольшие продвижения есть в этом месяце. Очень интересно посмотреть, как будет выглядеть полностью отшитая работа. Отчет Светланы Миловановой. Светлана продолжает участие в нашем СП с набором фирмы «Сделай своими руками» бархатный рист. Вышивается на Аиде черного цвета. Размер работы 110 на 80 крестиков или 18 на 23 сантиметра. В работе используются 16 цветов и один бленд. Заворожил этот дизайн. Несмотря на черную основу, вышивается легко, схема несложная. И вот так выглядит продвижение за июнь месяц. Работа, видно, что действительно понравилась, поэтому вышивается с огромным интересом.
Отчет Натальи Зенькиной. Наталья вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Калитка влюбленных». Размер работы 25 на 36 сантиметров. Это частичная зашивка. Вышивается на AIDE 14 аккаунта, цвет слоновая кость. И пишет нам Наталья, что в этом месяце вышивалась работа немного, чуть-чуть продвинулся процесс, но тем не менее есть результат. Что ж, желаем, чтобы работа вышивалась быстрее. Надеюсь, к завершению СП будет финиш. Отчет Натальи Матинга. В прошлом месяце я пропустила отчет Натальи, и поэтому в этом месяце отчет за два месяца, с левой стороны за май, а с правой стороны за июнь. Напомню, что это набор фирмы Luca S, ваза с розами и цветами. Размер работы 34 на 41 сантиметр. Вышивается на AIDE 18 аккаунта, полная зашивка. Вот такая вот большая работа. И за май месяц было вышито 17 178 крестиков. Пишет нам Наталья, что все самое яркое, интересное практически отшилось, осталось ваза и фон. В целом все нравится и всем довольна. Единственный минус набора – слишком одинаковые значки. Даже несколько раз пришлось распарывать. И за месяц июнь отшито 10 933 крестика. Остался практически один фон. Надеется, что в следующем месяце будет уже готова работа. Вот так вот очень активно вышивает Наталья. Работа прекрасная, разработка замечательная. Желаем, чтобы в следующем месяце обязательно случился финиш. Татьяна Казакова присоединяется к нам с набором фирмы «Чудесная игла». Размер работы будет 19 на 25 сантиметров. Вышивается на AIDE 14 аккаунта. Здесь у нас 39 цветов ниточек. Есть два бленда, крест, полукрест, выкладная нить, французские узелки. За июнь месяц вышито 2796 крестиков. Пишет Татьяна, что этот сюжет мне все больше и больше нравится. Правда, дальше будет много бэка и французских узелков, но я думаю, без труда с этим справлюсь. Конечно, когда работа нравится, все летит, все продвигается. Прекрасный результат. Олеся Олесина отчитывается по набору фирмы Dimensions «Поле бабочек». Размер работы 35 на 22 сантиметра. Используется 28 цветов. Вышивается на AIDE 14 аккаунта. И вот такой вот фрагмент уже готов. Дарья Ибрагимова представляет нам завершенную и уже даже оформленную работу. Это «Мадам Моне» за вышивкой по мотивам картины Клода Моне. Размер работы 24 на 30 сантиметров. Вышивалась работа на AIDE 14 аккаунта белого цвета «Мулине Анкор» 31 цвет. Здесь это набор у нас фирмы «Риолис», как вы знаете. Вышилась работа очень быстро и оформилась. Вот такая красота. Поздравляем! И еще одна работа от Дарьи Ибрагимовой, которая началась в июне, также завершилась. Это зайчишка с ежевикой от Светланы Сичкарь. Вышивалась эта зайчишка на AIDE 18 аккаунта с нанесенным рисунком от Темпы Студии. Мулине сборная, гамма, ПНК и китайская мулине. Яркая картинка, яркие цвета, результат потрясающий. Поздравляем! И еще одну работу добавляет Дарья, это Амаралис. Вышивать планируют подбором на AIDE 14 аккаунта от Гаммы, мулине сборная, схема из интернета. Результат, надеется, что скоро уже увидим готовую работу. Насколько я помню, это дизайн фирмы Dimensions, поэтому будет интересно посмотреть, что получится. Отчет от Катерины Плотниковой. Катерина вышивает дизайны китайского производства. Они размером 40 на 50 сантиметров. Полная зашивка, только крестом, без бэкстичей, французских узелков. Во-первых, у нас пионы подрастают и стремительно мчатся к своему завершению. Пишет Катерина, что работа радует логичностью схемы, все хорошо. Подсолнухи тоже вышиваются, но здесь есть у Катерины сомнения. Тем не менее, работы очень-очень быстро вышиваются у Катерины.
И еще одна работа Катерины – это красивый роман от фирмы «Чудесная игла». Здесь уже все крестики и полукрестики готовы, остались только французские узелки и бэкстич. Вот такая вот красивая работа, очень интересная, завершается. Осталось совсем чуть-чуть выполнить отделочные стежки, и все будет готово. Елена Семенова представляет нам, во-первых, готовую работу. Это сэмплер от Hatz. Данная работа вышивалась на льне, каунт 37. Размер работы 197 на 173 крестика. Ниточки здесь шелк. Вот такая интересная, очень нежная, красивая работа. За подробностями заходите к Елене на канал. Там все она рассказывает по всем материалам, по дизайнам. Очень красивая фотография. Поздравляем с финишем. Ну и также Елена добавляет еще одну работу. Это оригинальный набор фирмы Dimensions. Пионы в вазе из перевыпуска. Мини-голд коллекция. Вышивается этот дизайн на Аиде 18 каунта. Используется 33 цвета нитей. 7 блендов. Размер работы 17,7 на 12,7 сантиметров. И вышито на данный момент 12%. Вот такая вот милейшая работа началась. И мои отчеты. Во-первых, отчет по набору фирмы Вервака «Яркие птицы». Это счетный крест, размер работы 23 на 29 сантиметров. Вышиваю я на льне эту работу. Небольшие продвижения в этом месяце. Повышивала клетку, полностью ее завершила, завершила подвес. В клетке очень много использовалась металлика, что придает шарма этой работе. Немного повышивала цветов, конечно же, бэкстич. Осталось самое малое, совсем чуть-чуть цветочков, и будет финиш. Я очень на это надеюсь. Следующая работа – это набор фирмы «Чудесная игла», «Ласковый май». Размер работы 32 на 32 сантиметра. Здесь неполная зашивка. В наборе входит аида светло-серого цвета. Используется 38 цветов. И у меня немножко подросла работа в этом месяце, но в целом почти 30% готова. Дальше буду продолжать работать. Надеюсь, что смогу завершить эту работу до конца СП. И еще один процесс, который я добавила, это набор фирмы Dimensions, петух на черном, номер 1543. Размер работы будет 35,5 на 27,9 сантиметров. Вышивается на равномерной основе с нанесенным фоновым рисунком, точнее не фоновый рисунок, а контуры, где нужно вышивать. Вышивается шерстью и мулине. Здесь не крест, здесь гладевые стежки. Работа очень интересная, яркая, увлекательная. И у меня очень хорошее продвижение, несмотря на то, что вышивала всего несколько дней. И еще одна работа, которую я добавляю, это дизайн фирмы Just None. Восьмиконечная садовая звезда. Очень интересная работа. Здесь я выбрала не по ключу, а по своему усмотрению ткань мурана, зеленую и цвет нуга, размер 32 каунт. Ниточки здесь ДМС 26 цветов. Некоторые цвета я изменила, так как основу изменила, пришлось взять зеленый немножко по насыщеннее. Также здесь будет бисер, и буду делать сама пины, украшать этот дизайн. Каждого цвета нужно будет вышить 4 клинышка и потом собрать. На данный момент у меня готов один клинышек, и надеюсь, что смогу успеть выполнить эту работу. Итак, это все наши отчеты, мы все хорошо потрудились, все-все молодцы. И напоминаю, что по итогу нашего совместного проекта 1 октября у нас завершается СП, потом, конечно же, какое-то время на создание завершающего отчета, подведем итоги и сделаем розыгрыш среди готовых работ. Рандомным способом выберем несколько победителей. От меня 3 вот таких прекрасных набора от фирмы Riolis в технике крест и Black Work, ну и наборчик с шерстью и ниточками мулине. Прекрасные подарки на мой вкус. И еще будет один подарок.
И еще один подарок нам представляет Анна Маркина. Она участвует в нашем совместном проекте. Также у нее на YouTube есть свой канал, магазин в Instagram. И Анна создает прекрасные текстильные вещи, аксессуары. И для одной из победительниц сделает интересную сумочку, органайзер для процесса. Вот такие у нас итоги, подарки. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока.